Калмыцкая сказка «Жить в согласии». В одной семье было 5 сыновей. Разница между ними была год-два. В скором времени они выросли и стали взрослыми. Радовались на них глядя родители. Наказывали им жить в мире и дружбе. Но братья не были послушны. Любили они между собой ссориться. Младший не слушал старшего, самый шаловливый был средний брат. Он первый начинал ссоры. Однажды отец принес из степи прутья. Мальчики увидели прутья, испугались сильно и подумали: «Ну, достанется нам». Позвал отец сыновей. Отдал прут самому шаловливому сыну, среднему. «Ломай», — приказал отец. Средний сын сломал прутик с легкостью. Позвал отец младшего сына. Он тоже по приказу отца сломал очень легко прутик. Остальные 3 сына также сломали по прутику. А отец между тем взял 5 прутьев, связал их воедино. Отдал пучок среднему брату и приказал: «Ломай». Долго старался мальчик сломать прутья, но напрасно. Отец хитро засмеялся, глядя на старания среднего сына. Ни один из сыновей не сломал связанные 5 прутьев. Тогда отец произнес следующие слова: «Если вы будете жить в мире и согласии, будете как связанные прутья, никто вас не сломит, не победит. А если вы будете ссориться, то каждый вас сломит, как одинокий прут. А жить в мире и согласии всегда хорошо. Не забывайте».